Ленинское шоссе, бетонная стена, высокая очень насыпь железной дороги, и на бетоне огромное слово из трех букв X, Y, в конце и краткое. Днем бы, конечно, снял снайпер этого пишущего. А ночью кто-то вывел четко и ясно. Туда не залезть. Хорошо видно из ресторана. Видно из кинотеатра. Шоссе видно. Как он написал? Стоять на бетонной стене невозможно. Только висеть на веревке. Да, есть еще, все-таки есть еще замечательные люди. Пишут, рискуя жизнью, то, что думают. Адресуя нам, простым прохожим, свое отношение, свою позицию. Какой-то такой символ Родины. Мол, с этим у нас все в порядке. Это обращение ко всем. Руководство железной дороги вроде замазало, но все проступило. Надо бы подсветить. Это все-таки такой символ жизни или новой жизни. Буквы толщиной сантиметров 20 кистью, высотой метра полтора. На скорости читается очень хорошо. Я бы добавил, хуй вам. Ну не мир вам. Прекрасно читается и запоминается. А еще лучше, а вот вам. А кто в Москву, а кто из Москвы, поймут правильно. Всем вам туда и обратно. Ибо здесь не мой вам делать. Всем вам. И вечером подсветить, а днем подкрашивать. И не надо лишних слов. Сила искусства в краткости. Все.